В январе я официально запустил iTitov Agency в Украине. В конце февраля вынужденно покинул Киев из-за войны. Тогда пиар для технологичных проектов временно подвис в воздухе. Поэтому при поддержке партнеров мы оживили этот YouTube-канал, где всю весну и лето выходили интервью с IT-бизнесменами из Украины и Беларуси. Я переехал в Португалию, перезапустил бизнес и пользуюсь налоговым режимом NHR, который дает льготы на протяжении 10 лет. Чтобы не загружать мои мозги бесполезной инфой, бухгалтер сказал, что в общей сложности я буду платить 15% налогов. Португалия также вдохновила на запуск travel-блога, ссылка на TikTok в описании, попал и на крупнейшую IT-конференцию Web Summit в Лиссабоне, откуда увез много лидов и коронавирус. Сейчас запускаю онлайн-курс PR в IT, а также с парочкой энтузиастов нацелились на создание регулярных ивентов для IT-комьюнити в Португалии. А какими итогами 2022 года вы бы поделились всего за одну минуту? Пишите в комментариях.